Здравствуйте. Вы смотрите новости на телеканале «Первый Карагандинский», в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Караганде стартовала научно-практическая конференция, посвященная столетию ислама Жарылгапова. В ней приняли участие аким Карагандинской области Ерлан Кушанов, а также лингвисты, историки и литературоведы. Новейшие технологии на вооружении карагандинских медиков. В областном центре травматологии имени Макажанова французские хирурги провели мастер-класс по эндопротезированию плечевого сустава. Более 20 членов этнокультурных объединений региона приняли участие в областном конкурсе, приуроченном к 350-летию Бухаржырау Халкаманулы. Участники прочли произведения прославленного акына на казахском, русском, немецком и турецком языках. В Караганде стартовала научно-практическая конференция, посвященная столетию ислама Жарылгапова. В ней приняли участие аким Карагандинской области Ерлан Кушанов, а также лингвисты, историки и литературоведы, известные в тюркоязычных странах. На конференции были представлены более 70 статей. Конференция, посвященная столетней годовщине со дня рождения великого писателя, поэта, литературоведа и мастера художественного перевода ислама Жарылгапова, собрала видных ученых из разных стран мира. Темой конференции стало словообразование казахского языка, история и перспективы. На открытии со вступительным словом выступил аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. Мы гордимся тем, что такой видный деятель, как Ислам Жарылгапов, является нашим земляком. Глава государства всегда подчеркивает, что язык – самое ценное сокровище народа, что его надо беречь. Ислам Жарылгапов сделал много для своего народа, для казахского языка. На протяжении всей жизни он показывал достойный пример служения языку. Среди почетных гостей замечены представители Кыргызстана, Азербайджана и Турции, в их числе и доктор филологических наук Ульяка Сапоглу. Профессор отметила необходимость углубления интеграции тюркских народов. Такие личности, как Ислам Жарылгапов, очень важны для нас. Он делал все для формирования и развития терминологии казахского языка. Я считаю, что нам, тюркоязычным странам, нужно держаться вместе. Необходимо разрабатывать общую терминологию. Для этого нужен единый алфавит. На это и направлена политика вашего президента. На конференции присутствовали и родственники Ислама Жарылгапова. Они подчеркнули, что писатель до конца своих дней отдавал всего себя работе. Последние месяцы жизни литературовед посвятил составлению словаря казахского языка. Он делал очень качественные переводы, всегда старался, чтобы исходники не утратили смысл и идею. В последние годы жизни Ислам Жарылгапов занимался составлением словаря. Он скончался, так и не успев закончить свой труд. Сейчас этот словарь, содержащий около 5000 слов, хранится у его сына. Работа конференции осуществлялась по трем направлениям. Более 70 представленных статей были включены в сборник материалов конференции. Участники предложили назвать улицу и школу в Казахстане именем Ислама Жарылгапова. Тожан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. По поручению президента страны разрабатывается дорожная карта по модернизации органов внутренних дел. Руководство Департамента внутренних дел продолжает работу по разъяснению нового послания главы государства. Начальник областного департамента внутренних дел Мергенбай Жапаров довел до личного состава основные приоритеты послания главы государства. Сотрудники органов внутренних дел находятся на переднем крае борьбы с преступностью и защищают от нее граждан, нередко рискуя своими жизнями. В то же время общество ожидает коренного улучшения работы правоохранительных органов, отметил генерал-майор Жапаров. При этом президент озвучил основные задачи, которые необходимо решить руководству НВД в рамках модернизации ОВД. Это первое. Нужно оптимизировать штатную численность НВД, избавить полицию от несвойственных функций. Я вам доложил, что это не свойственные функции. Высвобождающие средства следует направить на повышение зарплаты полицейской, решение их жилищных и иных социальных вопросов. Второе. Необходимо утвердить новый стандарт полицейской, изменить систему карьерного продвижения, также подготовить отбор кадров через полицейские академии. Все сотрудники должны пройти аттестацию, службу продолжать только лучшие из них.
Кроме того, будут внедрены новые современные форматы работы с населением. В частности, будут открыты специализированные помещения по принципу ЦОНов для приема граждан. Также изучение послания президента прошло на занятиях специальной подготовки личным составом органов внутренних дел. Заместитель начальника ДВД Ардак Интыкбаев особо остановился на предстоящей переаттестации. Дано указание МВД закончить аттестацию до первого полугодия 2019 года. То есть до 1 июля все должны пройти в стране аттестацию. Очень сжатый срок. Тем более, все кадровики будут пахать, потом смотрите, это много, это подготовка материалов. Проходить надо полиграф, уведомить каждого сотрудника за месяц период, что подлежит аттестации. И потом полностью процедура принятия зачетов. Это полностью по тестированию законов, потом идет за физическая подготовка, потом профессиональная подготовка тоже полностью будете сдавать. И давайте заранее сейчас готовьтесь. Также было отмечено, что в сознании граждан должен укрепиться тот факт, что полицейский не карает, а помогает в трудной ситуации. Ключевыми параметрами оценки работы полиции должны стать уровень доверия со стороны общества и чувство безопасности у населения. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Французская компания-производитель эндопротезов представила в Караганде новый протез плечевого сустава. Зарубежные медики не только презентовали новинку, но и на практике ознакомили с новой методикой протезирования. Сразу 4 операции были проведены в областном центре травматологии имени Макажанова. Мастер-класс по сложному эндопротезированию плечевого сустава французский хирург провел, что называется, на практике в операционной. Подобные операции уже долгое время проводятся в Астане и Алматы. В Карагандинском центре травматологии, ортопедии операции по эндопротезированию плечевого сустава начали делать 3 года назад. Однако в Караганде занимались простыми случаями с использованием однополюсных тотальных протезов. Французские коллеги привезли самые сложные реверсивные протезы. В течение 3 лет уже у нас проводится эндопротезирование плечевого сустава. Но это мы охватывали часть только при переломах тяжелых шейки и головки плечевой кости. А вот эти технологии, они позволят уже лечить пациентов, у которых плечевой сустав уже болеет давно, то есть выражены нарушения функции плечевого сустава, и которые позволяют восстанавливать функцию максимально плечевого сустава. Операции провел независимый хирург. Он признался, что развитие казахстанской медицины идет большими темпами. И он рад принять участие в обучении наших специалистов. Для меня большое удовольствие делиться своим обширным опытом. Стоит отметить, что развитие казахстанской медицины идет большими темпами. У вас современное оборудование, отличные условия, пациенты должным образом обследованы. Нельзя назвать этот метод совсем новым. Это французская разработка начала 90-х годов. Но протез улучшается с каждым годом. Соответственно, меняется методика его установки. В Караганде иностранные специалисты провели 4 операции. До этого французские хирурги побывали в Астане. Следующий город на очереди – Алматы. Мирамгуль Салкимбаева, Айдын Жахан, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. Более 20 членов этнокультурных объединений региона приняли участие в областном конкурсе, приуроченном к 350-летию Бухаржырау Халкаманулы. Участники прочли произведения прославленного акына и государственного деятеля на казахском, русском, немецком и турецком языках. Выступление конкурсантов оценивало жюри из числа видных филологов. Для участия в областном конкурсе из свыше 100 претендентов были отобраны 22 лучших. Это люди разных возрастов, национальностей и профессий. Всех их объединяет любовь к казахскому языку, литературе и поэзии. Благодаря столь талантливым и разносторонним участникам, произведения Бухаржау заиграли новыми красками. Их прочли не только на казахском и русском, но и на немецком и турецком языках. В числе отличившихся и студентка Карагандинского экономического университета Евгения Гаузер. Ну, любовь к литературе и поэзии мне привили родители. Нас дома все читают. И то есть стихи с раннего возраста мы учили дома с мамой, с бабушкой. Вот. А в творчестве Бухаржырау привлекает то, что у него очень справедливое отношение к миру и любовь к окружающим. Он прям
допустим, письмо про 11 желаний, его стих, там очень дельные советы даются, и оно актуально по сей день. В конкурсе приняли участие члены этнокультурных объединений Карагандинской области, а также жители Узбекистана и Турции, которые обучаются в местных вузах. Члены жюри отмечают, что подобные мероприятия прививают представителям разных национальностей интерес к изучению творчества казахских акынов. Это очень важно для представителей этнокультурных объединений, которые бы дальше бы пропагандировали великие наследия нашего народа. И самое главное, популяризация творческого наследия великого Бухаржау Калкаманула. Мероприятие было организовано совместными усилиями секретариата филиала Ассамблеи народа Казахстана и коллективом Дома дружбы. Бухаржау. Мы организовали этот конкурс, чтобы популяризировать творчество Бухаржырау среди представителей разных этносов. Сегодня многие перевели произведения Жырау на родные языки. Это говорит о необходимости изучать творчество Бухаржырау Калкаманулы глубже. Мы верим в будущее этого конкурса. В завершении конкурса лучших участников наградили грамотами и ценными призами. Организаторы уверены, что в будущем областной конкурс расширит свои границы. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В сфере образования грядут изменения, направленные на улучшение качества. В Карагандинскую область прибыли ученые-педагоги, чтобы рассказать о новых методиках преподавания. В рамках мероприятия состоялась научная конференция в областном филиале Центра повышения квалификации «Урлеу». Анализ и обобщение традиций и инноваций в системе повышения квалификации «Орлеу» в контексте основных трендов модернизации отечественной системы образования, а также актуализация инновационной практики организации образования по профессиональному развитию педагога. Этим направлением посвящена Республиканская научно-практическая конференция, собравшая ведущих учителей со всей республики. В этом инновационном опыте много поучительного для тех филиалов, представителей которых были здесь участвовали. Далее во второй половине дня были очень интересные посещения, предметные посещения. Это садик Балакай и школа Дарын. В садике Балакай мы увидели уникальную модель трехязычного образования, полиэтнического воспитания дошкольников. В школе Дарын мы увидели тоже интересные моменты преподавания предметов естественно-научного цикла на английском языке. Для Казахстана это сейчас очень актуальный вопрос, потому что и мы увидели решение, интересное решение данного вопроса в школе Дарын. Обновленное содержание среднего образования. Этой теме на конференции было выделено сразу несколько секций. Участники отметили, что перед учителями естественно-научного цикла стоит амбициозная задача – преподавание предметов на английском языке. Большую помощь в этом оказывает Центр повышения квалификации. Для того, чтобы помочь учителям преподавать предмет на английском языке, тренеры Карагандинского института подготовили сборники заданий по биологии на английском языке, где указаны как цели обучения по предмету биологии, так и цели обучения по английскому языку. То есть учитель будет не только преподавать свой предмет, но и помогать лучше овладеть английским языком. Из 54 слушателей, которые в прошлом году у нас обучились на этих курсах, на семинаре присутствовали 37 человек. И они выразили желание теперь вместе с нашими тренерами разрабатывать такие сборники по физике, химии и информатике. В рамках юбилейной конференции также состоялось награждение руководителей отделов образования памятными знаками за совместную реализацию курса повышения квалификации. Андрей Тенаманкужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. История страны в судьбах людей. Так звучит название сборника произведений, презентация которого состоялась в Карагандинской областной юношеской библиотеке имени Жайка Бектурова. На нем также присутствовали авторы и герои рассказов, вошедших в книгу.
Автором идеи книги является общественный фонд «Центр образования и культуры имени Каюма Мухаммедханова». Книга рассказывает о нелегких судьбах людей разных национальностей, проживающих в Казахстане. Личные истории людей составляют содержание сборника, в которой сквозной темой идут репрессии, голод и война. Дина Мухаммедхан считает своим долгом донести все эти истории до нашего поколения. Она – дочь выдающегося ученого Каюма Мухаммедханова, который в свое время не раз был арестован по наводке, а его научная деятельность подвергалась осуждению. Книга наша была инициирована нами, поскольку мы занимаемся памятью и рассматриваем память индивидуальную, семейную память, как важную составляющую памяти общества, как социальную память. Без памяти ничего не бывает. Ни один народ не может существовать без памяти. И мы поняли, что у каждого человека есть уникальная история. Мы проявили инициативу и год назад объявили акцию. Пишите обо всех людях, о своих предках, о родственниках, об интересных казахстанцах. Особенно спросите пожилых людей. Сборник вышел тиражом в 700 экземпляров. Для создания понадобилось около одного года. В этом нелегком труде приняли участие студенты, работники библиотеки музеев, а также педагоги. Авторы утверждают, данный сборник внесет огромный вклад в возрождение духовно-нравственных ценностей. Мы очень рады тому, что первая презентация сборника прошла в библиотеке имени Бектурова. Из нашей области много кто отозвался и помог в создании книги. А наша библиотека стала координатором между поселками, селами и городами области. Мы также планируем подарить эти книги героям и соавторам в знак благодарности. Напомним, в начале этого года общественным фондом была объявлена республиканская акция по сбору материалов для книги «История страны в судьбах людей». От Карагандинской области в сборник вошли более 30 работ. Мульдир Нурланкызы, Айдын Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Саул Булумстар.